После длительного перерыва решила снова поделиться своими приключениями по Тайваню. А точнее, я решила отправиться в старый город Жоуфэн, который находится в Новом Тайбэе. Когда-то город считался центром добычи золота и расположен он среди холмов на северо-востоке Тайваня. На самом деле, это старая деревня, которая находится рядом с горой и лицом стоит к морю. Как мне рассказывали, в 1890 году недалеко от Жоуфэня кто-то добыл золото. И бедная деревня вскоре привлекла очень много семей, аж целых 4000. Деревня когда-то была золотым городом Азии и называлась даже маленьким Шанхаем или маленьким Гонконгом. Как сказал гид, именно в этом городе Жоуфэнь снимался фильм «Город скорби» и также многие фильмы ужасов, не знаю почему. Ну а я, конечно же, прогуливалась по торговому району. Это старая улица, которая называется Дзюфэнь. Ну, так же примерно, как и сам город. А как если подняться на самую вершину, отсюда открывается очень красивый вид. На этой улице можно приобрести их знаменитые pineapple pie. Это такие пироги с ананасовой начинкой. На самом деле очень вкусно. Пирог сделан из песочного теста. Улицы, они вот такие вот узкие. Желательно туда ехать с самого утра, потому что если вы посмотрите чуть позже, будет очень много народу и сложно передвигаться на таких улицах. Причем там еще очень жарко. Еще я для себя приобрела вот такой золотой шоколад. Представляете, шоколад золото. Попробовала брискет из pork brisket. Также вот это мороженое манговое, оно очень вкусное. И еще эта улица Жоуфэнь очень популярна стинки тофу, то есть ферментированное тофу. Я, конечно, попробовала на один раз, как бы пойдет. Ну, на сегодня все, остальное путешествие я продолжу в следующий раз.